Наталья Леонидовна Юскова, журналист. «Бессмертие как инженерная задача». Пока настраивал. Вот с Натальей Леонидовной интересно, что у нас получилось. Значит, перед Новым годом, разбирая архивы этой ассоциации своей, нашей, там много же документов накопилось, я обнаружил, значит, рассказ Лет Васильевича Люскова «Черная звезда». На машинке напечатанный второй экземпляр, причем уже так он садился. Он у меня лежал 15-20 лет. Я звонил Наташе, говорю: «Слушай, вот ты издавала труды, значит, папины, вот такого рассказа не было?» «Не было». В общем, мы с ней выясняем, что фактически вот больше никто о нем не знает, только он у меня вот оказался. Естественно, я Наталье Леонидовне его передал, а вот что дальше будет с этим рассказом, она сама скажет, но обращаю ваше внимание. Вот те из вас, кто помнит это выступление Васильевича, наверняка отмечали глубочайший научный такт его выступления, его как бы строгость. Этот фантастический рассказ написан, писался 10 лет. 10 лет, с 80 по 90 год. И не потому, что он не мог ничего придумать, а он вот так вот все взвешивал. Лично меня, когда я его прочел, я просто обалдел. Но уже потому, что вот я знал Леонид Васильевич все. Ну что дальше с этим рассказом, Наташа расскажет в конце своего выступления. Пожалуйста. Здравствуйте. Доклад мой называется «Бессмертие как инженерная задача». И, как обычно, я подготовила свое выступление, пользуясь книгами своего отца, профессора Леонида Васильевича Лескова, которого вы все хорошо знаете, кто-то лично, а кто-то по книгам. И, да, врачи в зале. И материалами научных конференций, на которых я побывала как научный журналист или побеседовала с учеными, которые в них участвовали. Итак, в конце февраля нынешнего года, совсем недавно, в Москве состоялся международный конгресс «Глобальное будущее 2045», участники которого пришли к парадоксальному достаточно выводу. Буквально через 30 лет человечество достигнет бессмертия, переселившись в некие новые тела и полностью изменив свой нынешний облик. У нашей страны есть шанс стать во главе этого процесса. Этому конгрессу предшествовал прошедший в Нью-Йорке, США, 5-й саммит сингулярности, который проходит там каждый год, но наша страна в этом саммите участвовала впервые. Председателем саммита стал известный футуролог американский Реймонд Курцвейл. Именно по его мнению, 2045 год, или как сейчас его называют, 2045, станет своеобразной точкой отсчета, точкой сингулярности, которая обозначит взрывоподобный рост знаний и технологий, не подвластный нашему сегодняшнему пониманию. Уже сегодня мы стоим на пороге небывалой революции в области астрофизики, физики высоких энергий, нанотехнологий. Но объем наших знаний растет в геометрической прогрессии. И со дня на день наступит момент, когда человек с его тесной черепной коробкой просто не в состоянии будет освоить всего объема информации, который на него обрушивается. Технологический скачок окажется столь резким, что даже узкие специалисты больше не смогут соответствовать нужному уровню, человечество перерастет самое себя. Приближается момент, когда компьютеры обретут разум и будут не просто мыслить, но научатся делать это лучше людей. Как говорит Курцвейл, это всецело и необратимо преобразит человечество, его тела, сознание и цивилизацию. Примерно к 2025 году, то есть совсем скоро, по его подсчетам, это именно подсчеты математические, а не какие-то его выдумки, мы воссоздадим устройство человеческого мозга. К 2029 году компьютеры приблизятся по интеллектуальному уровню к человеку, а 45-й год станет поворотной точкой, когда объем искусственного интеллекта в 1 миллиард раз превысит объем нынешнего человеческого интеллекта. Нет сомнения, что после этого умная машина вытеснит своих медлительных творцов с лица Земли. А как это произойдет, можно лишь гадать. Есть самые разные сценарии, но сторонники Курцвейла и он сам придерживаются оптимистических прогнозов. Биотехнологии дадут нам возможности на молекулярном уровне изменять свои тела и окружающий мир. Человеческий геном сделается просто одной из компьютерных программ, подлежащих тестированию и оптимизации.
а при необходимости и переделки. Люди будут умирать, лишь если сами того пожелают. Мы сможем вселиться в тела бессмертных роботов и отправиться на край Вселенной. Через несколько веков человеческий разум перестроит и наполнит собой всю материю. Нам это напоминает труды Циолковского, не так ли? Таково наше предназначение как биологического вида, полагает Курцвейл. Возможно, искусственный интеллект поможет нам найти лекарство от старости и продлить жизнь до практически бесконечных пределов. Или позволит скопировать сознание в компьютеры, чтобы вечно жить внутри них в качестве компьютерных программ. Это совершенно реальная работа, которая сейчас уже ведется в лаборатории, в том числе в нашей стране. У всех этих удивительных метаморфоз есть одно общее название – сингулярность, которая, как полагают участники этих мероприятий, ждет нас в самом скором будущем. Сингулярность и бессмертие – близко связанное понятие. Если удастся решить проблему переселения человека в бессмертные тела, то человечество навсегда забудет о старости и болезнях. И это не просто мечты. Так участник саммита, американский нейрофизиолог Генри Марк Рэм, уже 6 лет пытается создать виртуальную копию мозга млекопитающего. На данный момент ему удалось продублировать так называемую неокортикальную колонку мозга крысы, состоящую примерно из 10 тысяч нейронов. Но Марк Рэм при этом утверждает, что уже через 10 лет, если не меньше, он заставит работать целый виртуальный мозг человека. Так что искусственные человеческие тела, а затем и индивидуальное бессмертие, по его убеждению, не за горами. Участники от России, вот в частности доктор философских наук, психолог Акоп Назаритян, полагает, что все это совершенно актуально и не является фантастическим сюжетом, именно потому, что человечество в теперешнем виде полностью исчерпало самое себя. Первые 40 тысяч лет существования человека разумного свидетельствуют, сколько-нибудь ощутимых изменений мозга у него не наблюдается, рассуждают ученые. Причины приостановки развития мозга достаточно загадочны. Генетические возможности эволюции оказались исчерпанными уже к тому времени, когда на смену биологической эволюции пришла социальная, и, по всей видимости, природе для чего-то потребовалось остановить этот процесс. Но дело в том, что любая остановка эволюционного процесса опасна для устойчивого существования вида. Поэтому встает драматический вопрос, насколько длительным окажется процесс эволюционной стагнации, не таится ли здесь скрытая угроза. У нас есть основания дать на этот вопрос положительный ответ. И, кстати говоря, многие исследователи полагают, что основным источником опасности, грозящим человечеству, является прежде всего он сам. Хорошо известны многочисленные признаки глобального коллапса, который приближается, и вызван он техногенной деятельностью цивилизации. Гибель угрожает не только самой цивилизации и виду Homo sapiens, но и биосфере в целом. Есть точка зрения, что мы входим в точку бифуркации биосферы как целостной системы. И подобно тому, как организм достигает предельного биологического возраста, жизнь на Земле, возможно, как раз сейчас уже достигла своего предельного возраста. Но было бы ошибкой думать, что у биосферы не найдется средства остановить ставшего для нее опасным агрессора, то есть человека. Вряд ли биосфера будет безропотно ждать печальной участи, которую уготовил ей один из миллионов породивших ее видов, который возомнил себя хозяином природы. Ведь с точки зрения экологического императива человек – это всего лишь паразит, пусть и разумный. Вот одно из метких определений Леонида Васильевича по отношению к человеку – паразит разумный, который потребляет энергию и вещество. Для теории катастроф математическое моделирование этого процесса довольно тривиальная задача, так называемый режим с обострением. Численность представителей вида Homo sapiens уже в настоящее время в десятки тысяч раз превысила численность любого другого вида, обладающего примерно такими же размерами. Можно ожидать, что биосфера выработает такую стратегию взаимодействия с опасным агрессором, человеком, которая сведет к минимуму причиняемый им вред. Нельзя исключить, что эта атака на человека уже началась. Вот Станислав Лем, например, очень интересную гипотезу развивал на эту тему, предполагая, что начавшаяся эпидемия СПИДа, которая может перерасти, как предупреждают специалисты, в пандемию,
может привести к самым неожиданным последствиям. Вирус иммунодефицита человека – это весьма приспособленный к организму хозяина-агрессор. И Лем выдвигает гипотезу, что пандемия СПИДа может включить отбор по половому признаку. И сначала перевести сексуальную программу человека в режим строгой моногамии, а затем резко снизить его сексуальный потенциал. Генетические изменения в сексуальной сфере неизбежно приведут к перестройке психики человека, к снижению его творческого и эмоционального потенциала, способности сопротивляться стрессам и так далее. Скорее всего, столь значительные изменения генотипа человека будут равнозначны возникновению на его основе нового биологического вида – Homo innoxus, человека безопасного. С точки зрения современных общечеловеческих ценностей, такой результат, безусловно, будет означать деградацию. Зато с точки зрения экологического императива он окажется весьма эффективным. Могут существовать и другие способы атаки на опасного для биосферы агрессора, на его фертильность и интеллект. Но можно ли как-то предотвратить эти губительные процессы? Палеонтология и археология свидетельствуют, из-за несовершенства собственного генома человек был бы обречен на вымирание, если бы не сумел выйти за пределы своей видовой программы. Своеобразие и силы человека оказались в его открытости, в способности преодолевать собственную видовую ограниченность. Поэтому если современный человек легко и быстро расшатывает свою экологическую нишу, собственный генофонд, иммунную систему, то, естественно, в порядке компенсации скорректируйте собственный менталитет, включив в него такие ценностные ориентиры, как автоэволюционные методы выживания и адаптации. Именно об этом когда-то мечтали первые ученые, задумавшиеся на все эти темы, русские космисты, в частности, академик Владимир Вернадский. Эта работа начнется с исправления органических дефектов центральной нервной системы, эмоциональной неустойчивости, интеллектуальной инертности и слабости, многочисленных патологических отклонений, это точка зрения, опять же, Акопа Назаритяна. Появится возможность управляемой мобилизации интеллектуальных ресурсов головного мозга, подключение индивидуальной памяти непосредственно к ресурсам компьютерных банков информации, включая алгоритмы решения задач творческого характера. Если решение этих задач будет проходить успешно, то можно будет вести речь о переходе к следующему этапу, периодическому переходу к желательному набору качеств собственной личности, ее программированному перекодированию. По желанию, например, можно будет получить дар художника или певца. Практически более интересно решение проблемы телетоксии, подключение к мозгу индивида соматического дублера, например, киборга, находящегося на дне океана или на поверхности другой планеты. Ну а вершиной автоэволюции вида Homo sapiens опять же станет решение проблемы бессмертия человека. Не надо думать, что все обязательно пойдет без сучка и задоринки, как полагают оптимистические участники Конгресса. Вот, например, Стивен Хокинг настроен более пессимистично. Он считает, что соревнование между двумя противостоящими видами разумной жизни, электромеханическим и молекулярно-биологическим, уже началось. И преимущество в этом соревновании, вполне вероятно, будет на стороне электромеханической формы разума. Еще более решительно высказывается по этому поводу профессор кибернетики Ворвик, который посвятил этой теме книгу «Наступление машин». По его мнению, человеческая раса играет свою последнюю партию, и нам остается только надеяться на то, что новые формы разума электромеханические будут обращаться с нами более или менее гуманно, например, поместят нас в зоопарке. Бомба с часовым механизмом начнет отсчитывать последние минуты господства человечества, пишет он. Эту тему еще более мрачно развивает географ-палеоклиматолог Супаков из Санкт-Петербурга, который считает, что природопокорительская цивилизация неизбежно приведет к коллапсу в ближайшие 30-40 лет, опять те же 30-40 лет, но в данном случае все кончится очень плохо, поскольку место человека на Земле займут искусственные существа-киборги, которые смогут действовать в любых условиях, ничто им не страшно, ни радиация, ни войны, а человека они полностью уничтожат за ненадобностью, что и говорить, страшноватая перспектива. Возникает вопрос, нужно ли нам стремиться жить вечно, создавать искусственный разум, если все это сопряжено с такими опасностями. Сергей Переслегин, исследователь-теоретик фантастики и альтернативной истории, считает, что эти рассуждения лишены смысла, поскольку будем ли мы вообще конструировать киборгов, не будем, поскольку мы их уже конструируем, и все мы немножко киборги. У каждого из нас уже есть какие-то искусственные запчасти, проводятся операции успешные, никто от них не отказывается, поскольку никто не хочет быть больным и немощным.
в человеческие организмы встраиваются искусственные детали, проводятся великолепные операции кохлеарной имплантации у глухих детей, которые с самых первых дней жизни получают возможность слышать звуки окружающего мира. И никто из родителей, кроме каких-то совсем уже сумасшедших сектантов, не будет отказываться от этого дара современной медицины. Поэтому все мы немножко, а кто-то, может быть, уже и немножко, киборги. И говорить на эту тему бессмысленно, спорить, нужно нам это или нет. Александр Каплан, профессор МГУ, заведующий лабораторией нейрофизиологии биологического факультета, занимается очень интересным направлением исследований. Вот, кстати, у нас сегодня будет доклад на эту тему, в программке он обозначен. Он заведует лабораторией нейрофизиологии и занимается созданием, разработкой нейроинтерфейсов мозг-компьютер. Чрезвычайно интересные вещи, которые достаточно широко исследуются во всем мире. И в Америке выделяются на это огромные деньги. В Японии уже созданы первые разработки практически. У нас это все тоже существует. Так вот, Каплан рассказывает о том, что уже возможно перенести мозг, живой мозг, в искусственную среду жизнеобеспечения, заставить его функционировать. При этом очень важно создать информационный обмен между мозгом и рычагами искусственного тела. Один из вариантов решения проблемы – разработка биотехнической связи, вот этого самого интерфейса мозг-компьютер, чем и занимаются в МГУ. Что это будет такое? Может быть, голова профессора Доуэля, соединенная проводками со сложными приборами и устройствами. Ну вот пока что это что-то вроде того, что мозг, находящийся в питательном растворе, соединенный коммуникационными кабелями с исполнительными устройствами и сенсорами. Захочет ли человек продолжить свое существование в таком виде? Безусловно, это должен быть только его выбор. Но я думаю, что найдутся всегда желающие, люди, которые не успели завершить какие-то важные дела, у которых осталось много нереализованных мыслей, но а их тело уже не дает шансов на продолжение жизни. Вот перенести мозг в такой компьютер и воплотить какие-то важные идеи, я думаю, что такие люди будут готовы на это. Человек на глазах теряет свою биологическую сущность, в то время как искусственный интеллект приобретает человеческие черты, считают участники Конгресса. Многие считают, что искусственный интеллект, который существует уже сегодня, наделен в том числе эмоциональными чертами, поскольку эти машины все чаще проявляют какие-то моменты человеческого поведения, умеют плакать, смеяться, сердиться, раздражаться. Что это такое? Человеческие эмоции? Скорее всего, нет, но тем не менее это какие-то эмоции. Надо сказать, что в течение ближайших 10 лет или даже меньше будет создан робот, дистанционно управляемый человеком с помощью нейроинтерфейсов. И в Японии такой робот уже создан, мы недавно имели возможность увидеть его по телевизору. Министерство обороны США выделило почти 3 миллиарда долларов на создание искусственных военных интерфейсов, которые управляются удаленно. Ну, пока что это, конечно, роботы, создаваемые в военных целях. Они могут делать грязную работу войны, они могут ликвидировать аварии на различных АЭС, но в дальнейшем будущем это как бы не является такой основной идеей. В будущем ученые считают, что такие аватары, кстати, эта программа в Америке называется именно «Аватар», они вернут радость движения паралитикам, станут незаменимыми помощниками в хозяйстве, ну и, в общем, наполнят собой всю нашу жизнь. Как в быту, так и на работе станут незаменимыми помощниками. Всегда находятся скептики, любящие напоминать, что таким образом мы идем против замысла Господа, который создал не только жизнь, но и смерть. Если уж так заведено в природе, то в конце концов у нас остается потомство, есть дети и внуки, зачем же создавать еще какие-то бессмертные тела? Так ли это на самом деле? Действительно ли Бог создал не только жизнь, но и смерть? Когда мы высказываем такие соображения, надо помнить, что на нашей планете предостаточно нестареющих организмов. С возрастом эти животные и растения становятся лишь выносливее и плодовитее. Скажем, гигантские черепахи живут 200 и более лет, до последних дней сохраняя свои репродуктивные возможности. Есть крокодилы, которые тоже плодятся и размножаются, ну, можно сказать, до глубокой старости, но дело в том, что это не старость, они не стареют.
Средняя продолжительность жизни гигантской секвойи 4000 лет. Все это время она продолжает расти и погибает лишь в том случае, если ее одолевают болезни или вредители. Не хватает солнечного света или питательных веществ. Если же все в порядке, чудо-дерево будет расти до тех пор, пока не обрушится под тяжестью собственного веса. Список нестареющих организмов весьма обширен, и поэтому возникает вопрос, чем же человек хуже. Нельзя ли нам каким-то образом перенять эти качества и исправить? Может быть, это некая ошибка природы, которая образовалась в результате эволюции. Может быть, не так все было задумано на самом деле. Если рассматривать старение как хроническую запрограммированную болезнь, то мы можем найти, во всяком случае, надеяться найти пути ее устранения или компенсации, изучая близкие виды животных, у которых эта болезнь присутствует или отсутствует, полагает академик Скулачев, директор Института физико-химической биологии МГУ. Сегодня такой опыт есть, разрабатываются различные модели, выводятся различные организмы-долгожители, которые пытаются, из которых пытаются получать те или иные средства макрополоса, которые могли бы воздействовать на человека. Есть позитивные результаты, но какой-то одной универсальной модели, какого-то рецепта, который помогал бы избежать всем без исключения этого убийственного процесса, пока не выработано. Есть люди, которые считают, что такие опыты вообще не нужны. Вот к этим людям относятся, например, криобиологи, которых сейчас тоже достаточно много, они интенсивно работают. В России есть общество «Криорус», где активно занимаются криобиологией, ведутся очень интересные исследования. Я вот общалась недавно с их директором по научным вопросам Юрием Пичугиным, криобиологом, который совершенно уверен, что когда мы умираем, мы на самом деле не умираем. Вот такое парадоксальное заявление. И он считает, что первое, что нам нужно делать в момент, когда врачи констатируют смерть, это спасать человека от самих врачей. Поскольку, когда врачи констатируют смерть, на самом деле на клеточном уровне наш организм еще жив. Долгое время после констатации смерти у человека растут волосы, ногти. Процесс жизнедеятельности, пусть и замедленный, но продолжается. И единственный выход – спасать близкого человека от врачей. Ни в коем случае не отдавать тело в морг, где после вскрытия никаких шансов у него уже не будет. А как можно скорее обратиться к специалистам по крионике. Уже сегодня они могут заморозить все тело или мозг человека, чтобы через определенное время, когда будут сделаны прорывные шаги, а они будут сделаны уже очень скоро, можно было человека разморозить и дать ему жизнь либо в обновленном теле, либо в прежнем теле, которое еще не разрушено. Дело в том, что пациентов, у которых на момент констатации смерти мозг полностью прекратил свою жизнедеятельность, по подсчетам Пичугина, менее 1%. Вот такие вот интересные выводы. А заведующий лабораторией психологии общения и психосемантики факультета психологии МГУ Виктор Петренко заявляет, что поскольку мы пользуемся сейчас различными электронными приборами, находимся под воздействием электромагнитных излучений, мы при этом не знаем, как они подействуют спустя годы на нас, как это влияет на жизнедеятельность человека, мы толком не знаем, как не знали, когда был изобретен рентгеновский аппарат, что проникающая радиация может быть опасна. Возможно, человечество вскоре исчезнет с лица Земли, но возможны и другие варианты. Вот, скажем, опять же, ссылаясь на Циолковского, он напоминает, что человечество может трансформироваться, превратившись в лучистое человечество. Возможно, оно перейдет к формам коллективного разума, как, например, мыслящий океан, описанный у Станислава Лема. Может быть, это будет нечто совершенно иное, чего мы сегодня с вами и вообразить не можем. Так вот, как нам быть, чтобы правильно развиваться? По мнению Петренко, нам не нужны полеты в космос, нам не нужна колонизация других планет, а нужно осваивать собственное бессознательное с помощью техник измененного состояния сознания, например, буддийских психопрактик. С ним не согласен космонавт-испытатель Сергей Кричевский, который, наоборот, считает, что мы хотим, если мы хотим сохраняться и выживать как вид, то мы должны идти за пределы нашей планеты, исследовать космос, должны быть готовы к тому, что мы должны измениться, при этом оставаясь самим собой. Вот такие вот совершенно различные точки зрения, каждая из которых по-своему интересна, но какая из них окажется верна, конечно, нам
сегодня это неизвестно. Совсем недавно я была на даче в Никулиной горе у Сергея Петровича Капицы, брала у него интервью по случаю вручения ему золотой медали Академии наук. Так вот, у него тоже есть своя точка зрения на все эти вопросы. Согласно его теории демографического перехода, сейчас мы переживаем поворотный исторический момент, когда кривая роста человечества и состояние режима с обострением переходит к устойчивому равновесию. По его расчетам, если бы гипербола продолжала двигаться наверх, то у нас бы сейчас было 10 миллиардов, а вовсе не 7, как на самом деле. То есть происходит некий действительно фазовый переход. Но, по его мнению, это совсем не то, о чем говорят сторонники теории сингулярности. По его мнению, нам не надо колонизировать космос, а надо правильно обустраивать родной дом-Землю. Вот такие вот разные точки зрения. Я спросила Капицу, которому, кстати, совсем недавно исполнилось 84 года, то есть этот вопрос для него актуален, о перспективе переселения в новые тела, перенесения мозга в компьютер, о достижении личного бессмертия. Сергей Петрович в ответ вспомнил, как однажды он жил в одном роскошном отеле, сплошь населенном богатыми старухами, женами, вернее, вдовами миллиардеров. Так вот, по его словам, более жалкого зрелища он не видел никогда. Денег полно, а жизни нет, как он сказал. Поэтому все разговоры о достижении бессмертия, о сингулярности, по его мнению, не имеют никакого смысла до тех пор, пока мы не определим, кто будет всеми этими благами пользоваться. Вот такие богатые старухи, богатые злодеи, олигархи, кто будет, или будет некая очередь из всех желающих, кто будет все это определять? И, собственно говоря, зачем нам это самое бессмертие? Вспоминается старый анекдот, когда врач спрашивает, вернее, пациент спрашивает у врача: «Доктор, я буду жить?» А врач ему отвечает: «А смысл?» Вот когда я общаюсь с учеными и читаю литературу на эту тему, когда я вижу эти замечательные разработки с применением новейших технологий, мне все время кажется, что современные ученые очень часто забывают вот об этом самом смысле борьбы за эти идеи, достижение личного бессмертия, перенос мозга в компьютер и так далее. Хочу еще раз напомнить, что первыми проблему бессмертия человечества как научную задачу поставили очень давно, даже не в начале прошлого века, а в конце 19 века, русские космисты. Наши замечательные русские ученые, философы, естествоиспытатели, научно-фантастическим сюжетом. Отец, дело в том, что писал не только книги научные, но он иногда в часы досуга, скажем так, баловался и художественным жанром, но при этом очень часто он как-то прибегал к научно-фантастической прозе, есть у него вещи незаконченные, есть вот такие, о которых мы вообще не знали, очень плодовитый был автор, и поэтому он до сих пор, даже спустя 6 лет после своего ухода, продолжает делать нам сюрпризы. Мы издали рассказ «Черная звезда», всего 50 штук мы успели напечатать, и пожалуйста, кому это интересно, кто хочет прочитать, может получить это сегодня бесплатно, в подарок, но при этом я всех прошу при этом покупать книги отца. Кто покупает книги, тот получает рассказ в подарок. Это «Черная звезда», рассказ, ну, о чем, я думаю, что вы его прочитаете достаточно быстро, потому что это не повесть, не роман, а это рассказ. Научная фантастика о космических путешествиях, о покорении цивилизации в недалеком будущем. То есть, я бы сказала так, он хоть и фантастический, но ничего такого, чего не может быть, там не происходит на самом деле. Это рассказ, хоть он и имеет научно-фантастический сюжет, на самом деле о том, как мы живем, зачем мы живем. То есть, вот как раз о том, о чем я пыталась рассказать вам сегодня. Большое всем спасибо за внимание. В перерыве подходите. Наташа, спасибо большое. Спасибо.